В этом году в трех крупных спортивных учреждениях Барнаула проведут капитальный ремонт. Дополнительные средства, 54 миллиона рублей, выделены из бюджета края. Значительная сумма пойдет на ремонт училища Олимпийского резерва. Там планируют привести в порядок помещения для интерната, починить кровлю, а в краевой спортивной детско-юношеской школе деревянные окна заменят на пластиковые, отремонтируют цоколь и водостоки. Деньги на счет уже поступили, и в ближайшее время в ДЮСШ объявят конкурсы, как только определится подрядчик, приступят к работе. Ориентировочно это произойдет в начале июня. Ремонтные работы этим летом проведут и на здании школы по боксу «Алтайский ринг». Как заверили сотрудники профильного министерства, на тренировочном процессе ремонт не отразится. Спортсмены будут на сборах, а к началу учебного года все работы завершат.